Надо понимать, что для нашего университета такой, как бы там, первый опыт. Поговорили по поводу той программной части, которая нами продумана, и действительно, вот многие моменты просто ребятами были восприняты на ура. Когда мы сели в поезд, изначально ребят спросили, а мы покатаемся на метро? И, ну, как вот так вот звезды сошли, что мы решили, что сегодня они покатаются на метро.